Саше. А там все на битве у вас, правда? Вот я вас прошу, если вы зададите мне этот вопрос, я встану и выйду сразу же. Второй, значит, вопрос, который я тоже встаю и выхожу, это про личную жизнь. Даже включая моего кота, это член моей семьи. Ну, я про кота могу немножко рассказать, но про все остальное я не рассказываю. Значит, третье, все-таки родом я из Казахстана или нет? Тоже я вам не отвечу на этот вопрос. Сколько мне лет, тоже не отвечу. Что еще не отвечу? Что я ем, я вам тоже не отвечу. Ну, и многого я вам не отвечу. Поэтому давайте мы подумаем, как мы построим. Вот это Сережа знаменитый, вы же знаете про него все. Да, это Сережа. Все, иди, Сережа, домой. Значит, я предлагаю построить, нашу встречу следующим образом. Ну, я немножечко вам расскажу про эту книгу, что я хотел там выразить. Значит, потом, сессия вопросы и ответы, ну, а потом автограф-сессия. Но в такой духоте я выдержу, я думаю, час, не больше. Ну что, приступим? Да! Что вы хотите меня спросить? Давайте. Как вы к этому пришли? Так, ты книгу читала? Еще нет. Вот дайте мне книгу. Сейчас я тебе отвечу. Да. Да, где-то это было. О! Итак, ку-ку, ты слушаешь ответ? Вот он здесь написан. Да. Значит, страница 10, все откройте, у кого есть. А, нет, параграфа 2, третий абзац сверху. Как вы к этому пришли, уважаемый, вообще с вами Даши? Все началось с того, что я обнаружил себя в жесточайшем запое, который, увы, уже давно не измерялся днями. Моя жизнь на тот момент представляла из себя то самое сказочное разбитое корыто. Я потерял все. Я потерял друзей, я потерял свою семью, я потерял себя, и я четко осознавал, что умираю. Тогда мне еще не было и 30. Я тебе ответил? Все, ребят, то, что вы можете прочитать в книжке, нет смысла спрашивать. Потому что в Москве меня одна тетя спросила, а как это понять, что вы себя обнаружили? Я сказал, слушай, ты это русское слово «запой» ты знаешь или нет? Она говорит, знаю. Я говорю, ну в запое себя можно только обнаружить. По-другому там нет ничего другого. Следующий. Алма-Ата. Мне нравится Алма-Ата. Тут красивые девушки очень. И тут... Палма, и тут кто? Гид, Палма. Девушка? А кто это? Палма была еще. Но у меня есть определенный райдер. Отложите весь список, пожалуйста. Вот. О чем мы говорили? Райдер. Алма-Ата, да, красивые девушки. Очень хороший фитнес-клуб, я только что потренировался, был очень приятно удивлен клуб World Class, я его не рекламирую, но просто это реально хороший клуб. Что еще хорошо? Уже у вас есть абрикосы, оказывается? Есть? Я ем абрикосы, даю подсказку. У вас черешни еще есть? Нет, вишни я не ем, у меня от нее зубы болят, а черешню я люблю. Поэтому звоните, пускай через... Так. Клубнику вы любите. Я клубнику тоже люблю. Это вам от нашего города. Спасибо. Спасибо. Вот, как вы поняли, вот это самый приятный момент вообще. Вы все приготовились уже? Я принимаю все. Наташ, куда-нибудь поставь букетик, пожалуйста. Окей, следующий вопрос, что вы хотите спросить? Как назвали? Нет, ну все, давайте что-нибудь такое. Где не был? Да. В горах. Я вами дел. Мне вчера приехала моя книга из Москвы, я поторопилась, не знала, что вы в Москве продавали. Всю ночь читала, закончила сегодня в 12 дня. Супер, спасибо, мне очень понравилось. Это не чтение, это диалог.
Окей, все, хорошо. Ну, тебя вряд ли кто слышал, кроме меня, да? Слышно. Значит, давайте мы сделаем так. Все-таки четвертая презентация, я уже понимаю, потому что просто эти вопросы, ну как ваше настроение, как-то это ни о чем. Обычные вопросы, да, о чем эта книга? Это не автобиография, как, значит, как многие это думают. Ты с кем там разговариваешь? Это не автобиография, как, значит, многие думают. Там нету четких дат. Я сам, потому что не помню, ну, номер года, да, вот, ну, как бы, ну, в каком году я был в Бурятии или в каком году я там еще кого-то встретил. Эта книга о том, как вот, вот то, с чем мы начали, как вы к этому пришли, как вот из того состояния я пришел в то состояние, что я сейчас стою вот перед вами. Да? Для меня это очень важно, потому что книга, она называется именно вот так, как я ее и хотел обозвать. Она называется «Перерождение». Как, и каждый, то есть моя идея, что каждый человек может переродиться. Из обычного обывателя, ну, сори, какими вы сейчас, да, являетесь, до того вот ищущего, причем ищущего безостановочно, для меня это очень важно. И про то, как это все, ну, происходило. Для меня эта книга достаточно, как я говорю, такая ржачная, да. Там нет, ну, там есть серьезные моменты, но я их, ну, озвучил очень так легко. И книга, по идее, то есть переписывалась два раза вообще. Потому что, ну, как бы там ни было, ну, это первая книга, и пришлось играть какие-то правила, да, определенные. Потому что, ну, те, кто меня близко знает, вот есть такие, кто меня, вот, ну, кто знает, кто на моих семинарах ходит, кто там читает мои там телеги мои в контактах. Ну, вы чувствуете разницу между тем, как я пишу у себя на страницах, и то, как написана эта книга. Потому что нужно было как-то, ну, соблюсти. Да нет, я матерюсь тоже, в общем-то, ну, литературно, я бы сказал. Вот. Но там этого дела было нельзя. И книга переписывалась, чтобы она не была вот именно жесткой. Ну, все не больше и не меньше. Поэтому она написана легко. Без каких-то, ну, откровений, где мне было, вот, когда мне было реально очень плохо, или когда мне было реально очень хорошо. Или то, как, ну, вот у меня мастера мои, вот какие они мне болезненные уроки давали, там нет вот этой, ну, вот этой правды, такой глубокой совсем, да, потому что она не презентабельна, эта правда. Вот, поэтому эта книга была переписана, но тем не менее, я думаю, что все равно я через эту книгу себе вообще нажил огромное количество врагов, потому что, в общем-то, так или иначе, ну, мне пришлось там про многих рассказать, особенно про западных групп лидеров, которые к нам приезжают в Россию. Я подчеркиваю. Потому что то, что русскому хорошо, то немцу смерть. Ну и соответственно, наоборот. И никогда, никакой, там, даже условно медитирующий там групп лидер, да, идущий не из бизнес-тренингов личностного роста, да, а идущий даже из каких-то других штук, он никогда не поймет, что нужно русскому человеку. Ну, русский условно, да, то есть мы тут все, то есть, ну, и казахи, и русские, и те, и все. Но тем не менее, менталитет у нас, в общем-то, ну, достаточно, ну, русский. Да, понятно, о чем говорим? Ну, без обид, чтобы, ребят, хорошо, да. Вот. И я там реально, ну, описывал, как это все происходило, и как даже мною в то время эти ребята пытались, и многие из них успешно манипулировать. И как я это однажды, ну, осознавал и находил в себе силы, ну, спрыгнуть вот с этой иглы, да, скажем так, потому что энергия — это всегда иголка. Всегда. И то есть нужно иметь определенную самодостаточность и всегда смотреть на то, чего ты не можешь принять. И не из ума ты не можешь принять, да, ну, динамическую медитацию знаете многие, да, ее не все могут принять, потому что она тяжелая для ума, это ум не может принять. А когда происходят определенные манипуляции участниками там групп, семинаров и всего остального, это уже вот мое сердце не может принять. И для меня этот опыт был именно сильным в том контексте, что
став тем, кто я есть, я не позволяю себе делать того, что меня не устраивает в других групп-лидерах. И я в этом очень четко. У меня есть такой термин, я его называю АЖП. Тут ругательного ничего нету. Активная жизненная позиция. И она мною выстрадана. И то, что я вот хотел через эту книгу донести, что можно взять даже самого вот, ну, мною нелюбимого какого-то лидера, меня может в нем не устраивать все. Но меня в нем будет устраивать, допустим, 3% от того, что он делает. И как взять вот эти 3%, не испачкавшись об остальные 97%? То есть для меня это реально важно. Что еще будут ли книги? Книги еще будут. Я не знаю, я имею право об этом, значит, говорить или нет. У меня нет там контрактов, да, даже у меня есть контракт. Вот в битве у меня есть контракт, но у меня есть это волшебное слово, с которым я решаю все контракты. Будут еще, значит, вот будет таких 4 вот больших книги, и будет сколько-то, около 10 книг, условно маленьких, которые будут техническими книгами, то, что вас больше всего интересует. Как есть, как спать, что такое медитация, там, ла-ла-ла и все такое остальное. Вот эти технические книги тоже будут. Сейчас, значит, в проекте идет книга, которая, то есть пока у нее название «Я волк». Это про тотемного моего зверюгу вот этого, с кем я очень сильно соединен. И очень многих это всегда волнует, а как это? А как свой тотем найти, ла-ла-ла, и все. Это не про опросник ваших душ, который, аюрведическом там каком-то сайте, да, как можно. И это не про это. Это про то, как можно слиться, да, вот со своим тотемом. Еще одна книга будет, условно, она называется «Демоны ангелы». Те, кто читал вот Оша или кто знает Оша, у него есть такая концепция «Зорба Будда». Вот это будет, да, «Демоны ангелы» и «Зорба Будда». Вот что-то будет перекликаться. Бездуховная духовность, как это вот? Как можно материться и при этом, то есть, нести людям свет, да, скажем так. Я там попытаюсь в этой книге об этом написать. Потому что многих это очень шокирует. Люди приходят на мой семинар и говорят: «Он матерится! Слушай, когда мне нужно, я матерюсь. А когда обычно мне этого не нужно, да?» Это всего лишь фраза речи, которую я использую, потому что именно в этом моменте, именно с этим человеком она понятна. И я себе не отказываю в этом. Окей? Давай вопрос, только громко спрашивайте, пожалуйста. И все одновременно не спрашивайте, не перебивайте друг друга. Громче. Где провел? В Индии. Я не несколько лет провел, а там провел 20 лет. Да. Но вот эти вопросы меня тоже, конечно, убивают. В книге тоже об этом написано. Ты не читала книгу? В битве я тоже об этом... Так, вскользь об этом я говорил. Я обеспеченный человек, и я приехал в ту самую Индию, там, в каком-то там 90, там не помню, самом ла-ла-ла, каком-то первом там году. У меня были деньги тогда, и я все эти деньги использовал на обучение. Не едьте в Индию, не едьте в Индию. В Индии нечего делать. Это все разводка туристов, я вам говорю абсолютно четко. Я познал Индию и индусов по самые, как их? Гланды, да, гланды. По самые гланды. Не едьте в Индию, это обман. Потому что любой ашрам внутри вас, любая медитация внутри вас, в Индии вас разведут на деньги, и все этим закончится. Как это открыть? Все эти открыть, однажды все эти открыть. Вот так вот.
Вот так вот. И я вот, сейчас смотрите, я тут прочитал одну очень классную статью, хотя я мало читаю, но она просто была именно в городе Зайцев была написана, поэтому я прочитал. И там вот этот тезис, я его повторил за последнюю неделю уже не один раз. Тезис следующий. Это сказал великий просветленный мастер. Если ты можешь избежать духовной практики, избеги ее. Мой опыт точно такой же. Обратного пути нет. Пожалуйста. Да. Лица не вижу. Как часто вы подвергаетесь магическим атакам? А что такое магическая атака? Нет, расскажи мне, что такое магическая атака? Как это может... Вот как это, расскажи. Скрутил шарик, дал по башке. Какой нах шарик? Энергетический. Это все бред, бред силы, вот кобылы. То есть вы отрицаете магический? Абсолютно отрицаю. Зло в тебя войдет ровно настолько, сколько его есть в тебе. Запомни это. Если ты чистый светил, хоть он там узнется этот, понимаешь, этот там колдун этот, это нереально. Я не хочу гневить Бога, да, и вот эти черные силы есть, да, они есть. Ну, черная обратная сторона белого. Вот то, что я пришел, да, на битву, там, кто битву смотрел? Все эти ведьмы в конце Даши, любимый мам! Все это, понимаешь, с какой стороны ты зашел? Уж самое злобное, казалось бы, Дарья Воскобоева, там, шо, вообще, да? Милейшей души человек, абсолютно. Надя Шевченко мой просто друг. А так сначала я зашел, думаю, какие теточки-то тут сидят, понимаешь? Все только от этого зависит. Давай, девушка. Как бороться в современном мире вообще со стрессами, помимо медитации? Что вы еще... Само слово «бороться» неправильное. Принять, идти в это, сдаться. Там, меня уже, блин, тошнит от этих фраз. Сдайся. Я говорю, слушай, если ты мне скажешь, чего, кому, куда сдаться, я пойду и сдамся. Да. Иди в это. Я говорю, а что в это? Поэтому бороться бессмысленно. То есть на каждое действие есть противодействие. Ошибка следующая. Ищущие. Ну, вот ты меня встретила, такая, о, какой он. Все, завтра я все, он, все. Я больше вот не ем колбасу, там, вот, там ла-ла-ла, там не пью виски. Что ты еще делаешь? В глаза смотри. Я сейчас про тебя все всем расскажу. Вот я вот сейчас хотел бы сказать. Вот. Вот это то, чего вообще нельзя делать, даже произносить нельзя вообще это слово. Ум, да, и ты говоришь, я отказываюсь от своего эго, я больше не ум. Я начинаю ржать в эти моменты, потому что я говорю, слушай, ты есть эго, ты есть ум. Чем больше ты будешь с ним биться, тем он сильнее тебя будет колбасить. Вот закрой глаза и не думай про белую волосатую обезьяну. Не открывай глаза и не думай про нее. Активно говори, я не думаю про обезьяну, я не думаю. У вас, смотри, сколько их пришло уже вокруг тебя вообще. Вот, понятно, ум всегда найдет способ, как это сделать. Мой личный опыт, сори, мне все говорят, ой, ты эго. Я говорю, да, я эго, но я его использую. Я умею с ним обращаться на партнерских условиях. Да. В досрочных условиях. Вот. Не борись. Осознай, что ты стоишь и чешешься. Все мы чешемся. Но я чешусь, понимая, что я чешусь, а вы чешетесь, не понимая, что вы чешетесь.
Вы курите сигареты, даже не понимая, как фильтр касается губ. А я выкуриваю по 4 пачки в день, и я понимаю, как. Все, поверили, что ли? В общем, я тебе ответил. Да? Да? Я тебя спрашиваю, ты ответил? Белая обезьяна, да, она уже на тебя забралась. Ну ничего. Так, дальше. Давайте сейчас вопрос с балкона. Вопрос с балкона. Кто? Это кто? Нет, сори, просто вот я не знаю многих названий там, ну, каких-то умных. Что это такое школа? Я не знаю, что это такое. А зачем Вселенной владеть? Некоторые, да, верят, что есть магические шарики, которые там раскручиваются. А я лучше шарики у себя буду в карманах раскручивать. Как тут одна сказала вообще, девушка, которая на чакровый обед пришла и мне свою подругу привела, которая вообще ни во что не верила. Но она побегала и ее вштырила. Она сказала, все классно. Но для гуру хамабад. Давайте, кто мы? Давай. Громко кричи. В своей книге вы даете какие-то советы читать? Нет, не даю советов. Если можешь избежать духовную практику, избеги ее. Девушка сидит, да. Встань, громко говори. Разум, мудрость и интеллект – это мозг или это вот все личности в мозге? Еще раз. Ум, разум, мудрость это... и интеллект – это грани мозга или... Вот ты это слово сказала, ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Потому... Разум, разум – это одно, ум – это другое. Так, а мозг? Вот это же мой мозг. А мозг-то тоже... Ответь мне, что это тоже? Так мозг мне принадлежит или вот этим всем троим? Нет, ответь мне такое википедическое определение. Открой, что такое мозг? Это орган. Это тело, состоящее там, не знаю, из чего там... Тем не менее, это орган. И если тебе выключить мозг, да, то ты умрешь как человек. Без крови, без кислорода. Ты умрешь. Но если тебе выключить осознанно ум, осознанно. Потому что дебилы клинические, у них выключен ум, и они тоже счастливы. Но они в этом не осознаны. Если тебе осознанно выключить ум, то ты станешь счастливой. Вы, ребята, вы хоть какую-то градацию между терминами делаете? Мозг – это орган, ум – это субъективное твое что-то. Физиологическое, это... так скажем. Что физиологическое? Мозг – это физиология. Да. Да. А ум – это не физиология. А все остальное – это... Поэтому в чем твой вопрос? Еще раз, в чем твой вопрос? Сядь, два. Родители в школу, все. Да. Ребенок, давай. Вот там дядечка вот у него спросил. Хорошо учиться. Но я тебе вот советую, чтобы ты не защищалась. Ты в каком классе учишься? Раз глаза вверх, смотрите. Раз глаза вверх. Ты в каком классе учишься? Второй. Ты хорошо учишься? Подожди. Да. Что, ну да. Так кто, кто мама? Мама. А зачем твой ребенок учится в школе? Да, тебе вопрос. И смотрите, ответа нету. Получать знания. Какие нах знания? О чем вы? Родители, которые с детьми, мама, мозг и ум. Мудрость, слушай, ты мудрость. Запомните. Давайте все разденемся.
закрывайте. Свальный грех. То, что все думают, а что же там все-таки на этих семинарах происходит? Да, да, свальный грех, да, секта. Кривыми буквами написано. Родители, запомните, что все обуславливание детей и все, что мы имеем, все то, с чем я работаю, базово, все, что вы видели вот на битве и там, и все остальное, это все происходит в детстве. Это то, что вы сделаете со своими детьми, обуславливая их на их абсолютном истинном и естественном желании быть любимыми. И ты учишься в школе, получая пятерки. Сейчас есть там оценки, нет? И ты получаешь там пятерки для того, чтобы тебя любили родители. Тебе этот закон Ома или что ты там в школе проходишь? Что у тебя там, арифметика? Математика? И тебе эта математика, она вообще тебе нафиг не нужна. Ты кнопочку компьютера открываешь, он тебе все складывает и вычитает. Это бессмысленность абсолютнейшая. И школа, запомните, это социальный институт. И все, что является государством, дайте мне определение википедическое. Государство – это аппарат для подавления. Да, прежде всего, осознайте это однажды. И те вопросы, которые меня спрашивали, а как? А кто эта девушка тут была? Ты. Я? Да. Я другой хотел спросить. Ты это спросила. Вот если ты хочешь что-то изменить в своей жизни. Я уже меняю. Выскочи из системы сначала. Выскочи. Кто тебе зарплату платит? Откуда у тебя iPhone? Я даже могу твое нижнее белье, вообще, дорогое, описать. Не надо краснеть, ты же хотела быть нарядной сегодня? Хотела. Вот, ты нарядная? Да, я хотела. Не надо там сразу нервничать. Вот здесь написано, что здесь написано? Еще что? Еще что? Белыми буковками, давайте. Каждый встречный не брат твой и не враг твой, но каждый встречный есть твой учитель. Я не верю особо, хотя это имеет место быть, да, в кровное родство. Ну, есть оно, потому что оно есть, но данность такова. Я больше верю в духовное родство, и я больше верю вот в эту связку мастер-ученик. Хотя это может быть даже не озвучено, и это может быть даже не об этом вообще. Каждый из вас в своей жизни встречал такого человека, который был вашим наставником. Да. У каждого это было. И неважно, вы там гайки точили, или вы там деньги воровали вместе, или вы там что-то делали, он был для вас вот мастером. Вот мастер, вот он в жизни тоже всегда есть у каждого. Иногда можно вынести помойку, да, и там с кем-то ла-ла-ла, там, и ты понимаешь, о, это брат. А это сестра, сестра, я вот так считаю. У тебя уже были такие вещи, однозначно. Там рука тянется сзади, да? Вот девушка, да. Скажите, я бы вот хотела к вам на семинар попасть, но мне интересно, вот в чем отличие семинар «Душа-тело» и семинар «Стабильность»? Нет, дух «Душа-тело» — это все дух «Душа-тело». Ты была у меня уже? Есть, конечно. Акцент всегда разный. И вот смотрите, Сережа, он живет, сидит, скотина. Вот что ты делаешь на семинарах? Ты записываешь мой семинар? Сижу в компьютере, записываю. Да. А я что с этим делаю, с твоими записями? Подсматриваешь иногда. Я! Не, что-то, ни разу, даже не смотрит ни. Не, Сережа все время, у него же вот такая папка, да, с собой. То есть каждый семинар, потому что я провожу по-новому. Даже если тема одинаковая, там суфик уржи и в дзен, да, казалось бы, чего там изображать. У меня есть только один структурный семинар, это тибетские пульсации, где идет 6 пульсаций в течение 3 дней, и вот так, и никак иначе. Все остальное я миксую. Иди домой. Все. Да.
А ноги поцеловать? Ну давай, чего? Ну чего ты? В бане. Ты вопрос в бане? Или в бане? Да. Алло, значит, вот поэтому, о чем я говорил? Про семинар, да. Да. Я вчера, когда мы прилетели, я пришел к Сереже. И что я тебя спросил, Сережа? Молился ли ты на ночь? Еще что я тебя спросил? Самоляги, что я тебя спросил? Намного ли мы задерживаемся? Еще что я тебя спросил? Смотрите, вот, да, человек мой, я не знаю кто. О чем я тебя спросил, дебил? Так ты меня много чего спросил. Нет. Что мы в Алма-Ате будем делать? А, какой семинар будем вести? Да, я спросил, а какой мы семинар будем вообще проводить? Иногда у меня этот вопрос я задаю с утра в день семинара. А какой у нас семинар сегодня? Однажды я его задал, зайдя уже в зал. А какой семинар? Вот. У меня нет никогда планов семинаров, у меня нет никогда какой-то вот... У меня есть канва, да, то, что я называю, и есть какая-то концепция. Вот. И я когда вижу всех людей, вот я вас сейчас всех увидел, да, можно было сесть, вот, но у меня... Здравствуйте, дорогие товарищи! Я написал эту книгу, где я описал процесс того, как из полного дебила я стал тем, кто я сейчас есть. Вам это интересно, товарищи, или нет? Да? Я вас увидел и, то есть, почувствовав как бы, вашу общую вот эту эгрегориальность, так называемую, вот, я решил выбрать вот такой способ, да, с вами, то есть, как бы, и это пришло в миг, вернее, пришло в моменте. То же самое семинар, о чем ты спросила, у меня нет никогда. Этот семинар будет, это называется стамина. Определения стамины нет, хотя вроде уже там, ну, там кто-то нашел. Это про жизненную выносливость. Это про то, как можно быть вот в этом душном зале, стоять на ногах, и у тебя не будет уставать спина, ты не будешь потеть и вонять, ты себя будешь чувствовать комфортно, и еще проколбашивать все вот эти 200 человек, которые сейчас идут через меня. Это вот стамина. Как он будет? Сегодня я не знаю. Так, подождите, давайте еще три вопроса, и мне вам еще, как понимаю, все книжки подписать надо. А давайте мы книжки где-нибудь на улице будем подписывать. Давайте. Кто там кричит? Я. Так, сейчас подождите, ты уже была. Ну давай, ты вот все громче все кричит. Я! Это крик у тебя из горла был. Крикни из живота мне, давай. Вопрос. Давай, тихо. Тишина. Я же. Тише, же, ты же, да. Я! Нет. Нет. Вопрос можно? Давай, молодец, девушка. Вот так, вопрос, давай. Реально много. И хотела бы, конечно, попасть к вам на семинар. Так. На семинаре, вопрос хочу сейчас задать. Вот сейчас сказали, нельзя задавать личных вопросов личного характера. Будет ли это на семинаре? Что это? Свальный грех будет, задать, конечно. Я могу задать личные вопросы вот, по личного характера. А, то, что окей, меня да. Знать, именно окей, на семинаре. Да. Значит, смотри, что обычно происходит на семинаре? Я даю один раз в три дня сессию фидбэк, так называемый, то есть как бы, ну, вопрос-ответ. При этом, вот мой опыт сейчас, вот после битвенного существования, каждая скотина все время норовит вернуть что-то свое личное. Говорю, слушай, а выйду я замуж там, а вот у меня там ребенок там ДЦП. Я говорю, да, я понимаю, у тебя ребенок ДЦП, я тебе бесконечно сострадаю. Но это не то время и не то место, чтобы мне вот эти вопросы задавать. Для этого есть так называемые личные приемы. Поэтому, если я услышу в твоем вопросе вопрос, а не вот эту шляпу, да, которая всегда, как жить дальше? Да хрен вас знает, как вам жить дальше. Это ваши дела, не мои дела. И я всегда говорю, ребята, я вместо вас
не буду вставать в 4 утра, там, я не буду бегать там чакровый бег, там, я не буду там петь мантры, я не буду там питаться раз там, в 3 дня там, чем-то таким там ведическим. Я не буду этого делать. Это будете делать вы. Но вы ни хрена не хотите делать сами. Вам нужен с вами Даши, чтобы снять с себя ответственность, чтобы, а мне сказал вот этот великий и ужасный, да, 17 сезона, что мне нужно делать так. Кто я такой, чтобы тебе о чем-то говорить? Все. Еще два вопроса. Ты была уже. Ну давай. Можно? Да. Ура. Все, ура. Меня не будет. Нет, Коля, какой старик клоп, а не ушла. Еще раз. Ты мне его покажи, я ему все сделаю. Последний вопрос. Итак, мужчина, вот, да, давайте мужчина с бородой в очках. Я вот смотрел, да, вот 17 сезон битвы, и вот можно просто вопрос. Вот все когда говорили, можно вас обнять? Так. А можно вас обнять? Можно, иди сюда. Пропустите мальчика с бородой, пропустите его. Просто все когда говорят, что вы излучаете свет и добро, поэтому стоп. Можно вас обнять. Подожди, чтоб меня обнять. Значит, прежде всего, смотрите, я хочу... Стой, слушай. Все. Прикосновение обусловлено. Люди боятся касаться и быть касаемыми. Я нет. Нет, в смысле, я же... Ты поэтому в праздничном белье пришла за 500 евро, я знаю. Я вот поднимала руку, тоже... Ну, покажи нам белье, иди сюда, покажи белье. Я пойду просто. Сейчас, подожди. Так вот, смотрите, что обычно происходит? В социуме, в системе обниматься не принято. Вы согласны? Вы не можете прийти в офис этого, ну, Ивана Ивановича, который вам платит на зарплату, сказать, Иван Иванович, я вас хочу обнять. Что-то там не то это происходит. Поэтому как это происходит обычно? Сережа! Как обычно происходит это в социуме? Стой, такой накинулся на меня. В бане вчера от него еле отбился вообще. Первое. Это такое вялое рукопожатие. Здорово, Серега. Но я не знаю, у меня ощущение какое-то, я вялый этот самый подержал в руках. Да, вообще, так хочется потом руки пойти помыть. Это первое. Второе. Ну, я тут прочитал интересное мнение, что люди, запах, да? Как это принято у буржуев называется, да? Они такие, здравствуйте, сестра, такие. Делай так. Был ли мальчик, вообще непонятно, да? И третий, но даже он переступил через себя, они подходят друг к другу и обнимаются вот так. Я это называю положение борца. Стой.